Ребята, всем привет! И у нас наконец-то выходит видео, и это опять обновы, да. Они у нас накопились, потому что я, ну, не просто так сидела. Ну, я снимала для вас видео, но, понимаете, не было смысла их выкладывать, потому что они были ужасные. Да. Я то кашляла там в видео, то запиналась много. И, короче... Не будем об этом, перейдем к обновам. Да. Первое это вот такая вот аптечка. Да. Она очень огромная, она оранжевая. Да. Тут вот такая крышка с лошадками. И вот тут вот ручка, ее можно поднять. Вот тут вот красный крест. Вот красный крест. Тут у нас, значит, лежит мазь от ушибов и растяжений. Вот. Также мазь для копыт, ну, чтобы стенка копыт не разрушалась. Инструменты для операции. Тут крестик, тут крестик. Сейчас я выдвину. Не очень удобно одной рукой. Ну, короче, там шприцы, все такое. Ну, вон. Губки, всякое вот такое. Ну, не вытаскивается, потому что, да. Так, там еще есть вот такой вот ящичек. Тут бинт для компрессов и печенька. Чтобы, например, дала лошадке, и пока она жует, можно сделать ей укол. Вот тут губки для компрессов. Да. Вот такой вот ящик. Да. Ну, он скоро пополнится, я думаю. Дальше у нас новое препятствие. Это препятствие было, когда я снимала фотографии и видео также. Ну, где Велтон прыгал через препятствие. Вот, это такая пенопластовая стенка. Я планировала ее покрасить, но потом решила... Ну, пусть она будет белая. Просто краска будет слезать, красить мне руки. Вот. Тем более он очень твердый, и ну, краска не впитается. Вот. Так что это будет у нас белая стенка. Дальше у нас появился вот такой вот аквариум с рыбкой. Да. Вот там вот рыбка. Я один раз снимала видео с этим аквариумом. Ну, как раз такие же обновки. И, короче, вот так вот, когда сделала, вылила воду. Тут был полный аквариум, да. И также появился вот такой вот светильник в виде мухомора. Вот. Дальше насчет... Ну, давайте перейдем к лошадям. Вот заноза. Это ее новый хвостик. Да. Он недоделанный. Он временный. Как вы видите, тут мало волос. Вот. Я сделаю его больше, и на нем будет больше вот этих вот волос. Ну, я решила оставить ее, ну, тяжеловозом, потому что фриз, ну, как бы, мне не захотелось вот это все отдирать, потом там все замазывать, все такое. И я ей решила просто сделать хвостик. Вот так это все вместе выглядит. Не очень, но когда будет хвост пышный, будет очень хорошо смотреться. Так, дальше у нас появились вот такие вот балки. Тут, там. У жеребцов появились еще вот такие вот рамки. Купон и дверка. Да. Кстати, теперь Велтон будет ездить на старой уздечке, да. Потому что новую мы отдали... Угадайте, кому? Новые лошади, да, которую я вам сейчас покажу. Вот, это Ассоль.
Она не новая, ну просто в моем КСК она новая. Это кобылка Соль. Ну, породу я еще пока не придумала. Ну, короче, потом, когда придумаю, скажу. У нее очень удобная поза, да. Можно в снег вот так вот или в землю поставить, и она типа на свечке. Или она галопирует, видите, как? Поза в галопе, да. И также у нее есть уже недоуздок свой. Сейчас я вам покажу. Он что-то не хочет отцепляться. Вот. Беленький недоуздок. Тут цепочка, тут чомбур, на конце петелька. Вот. Такой недоуздок. Вот уздечка, которая, ну, с Велтона. Это на нее теперь, потому что я прилепила цветочек сюда. Вот. Такая уздечка. И вот такой вот наборчик. Это седло. Вот такая вот подпружка. Вот меховушка. Меховушка для соревнований. Вот вольтрап. И еще также есть на нее амуниция. Вот меховушка для тренировок. Вот. Тут нагавки на передние и ушки, мои первые ушки. Вот. Я слишком много раз сказала слово «вот». Это все лежит вот в таком ящичке. И это закрепленная лошадь Селли, да. Ну, не закрепленная, а вот собственная ее лошадь. Теперь, наверное, перейдем к новостям. Да. Я на всякий случай, если, ну, я думала, будет темно, и я взяла фонарик. Ну, как вы видите, все хорошо видно, светло, так что я его отложу. Насчет новостей. Там Селли и Брэд дрыхнут. У нас в моей группе открылась ФБ на тему «Прыжок через препятствие». Кто не знает, что такое ФБ, это фотобаттл. Так, и вот этот фотобаттл на тему «Прыжок через препятствие». Вот это вот награды. Это за первое место вот такая вот статуэтка лошадки. И вот диплом. Вот диплом за первое место. И вот в эту строчку напишут имя, ну, победителя. А за второе место вот такая вот наградная розетка и грамота за второе место в ФБ. Вот такие вот новости. Но это еще не все новости. Кстати, Асоль теперь живет в дневнике Глазурьки. А Глазурь у нас, ну, как бы мы ее продали, отдали, я не знаю. Ну, пока она тут стоит, на третьем этаже. У нас до сих пор идет стройка, да. Я тут немножко прибралась, все в угол спихнула. Это наш арабчик, да. Ну, и еще перейдем, как бы вам сказать... Ну, короче, вот, еще одна обновка, это, короче, коневозка типа. Но пока у нас нормальной нету, будет вот такая, потому что лучше с хоть какой-нибудь, чем ни с какой. Тут дверь вот так вот открывается на замке, и вот тут вот дверки. И вот сюда вот лошадь заводим, вот Асоль туда идеально помещается, смотрите, хоп, хоп. Сейчас, минуту, вот, и зашла. И ей тут даже, ну, места много. Или, например, смотрите, Канзас. Сейчас Канзаса вытащу. Он у нас крупный мальчик. Я делала, чтобы им было комфортно. Вот.
Видите, ему тоже много тут места еще. Сейчас я покажу, как это все работает. Короче, сейчас. Мы заводим туда лошадь. Стой. Закрываем дверки, закрываем вот этот крепеж. Вот так. И тут есть прицеп. Да, сейчас. Вот он, прицеп. Вот машинка. И вот этот прицеп цепляется вот за эту фигню. Сейчас я сделаю это все. Попытаюсь вам показать. Вот прицеп. И вот тут есть эта фигня. И мы, короче, вот сюда поддеваем. И вот, готово. Машинка меньше лошади. И вот машина едет и за собой везет коневозку. Почему я сделала коневозку? Потому что я хочу снять сериал. Но я пока не знаю, как он будет называться. Я пока еще только думаю над сюжетом. Вот. Сюжет я почти придумала. Ну, для первой серии. Для второй там уже, ну, после первой придумаю. В общем, вы поняли, да? Вот моя Масяндра там лежит. Мася. Кс-кс-кс-кс. Девочка, да? Девочка моя. Она с вами так здоровается. Ну, в общем, это пока что все. Да. Всем пока. До скорых встреч.